Всем Alt 1, друзья, с вами Витёк. Мы начинаем прохождение игрушки Absolver. Это что-то очень интересное про драчки, про чувака, ледяные болота, Орате, происхождение, Тиара. Так, выбираем. У нас цвет кожи меняется. Мне кажется, вот загорелый парень в самый раз будет Тиара или Орате. Давайте Орате. Так, пол мужской. Ну да, почему нет? Стрижка. Прямые. Ого, пучок. Пробор. Вьющийся. Ёжик. Блин, что ж за ужас-то? Ничего интересного у него нету. Ладно, на самом деле. Блин, ёжик. Давай, ёжик. Цвет волос. Давай какой-нибудь. Сейчас у нас покемон красный будет. Во. Медные? Во, гора. Так. Сбалансированный боевой стиль с небольшим упором на силу. Forsaken. Кальт метод совершенствует силу и живучесть. Активное умение поглощения. У нас тут парирование, да? Так, Windfall совершенствует ловкость, избегание. Так, парирование или поглощение возьмем? Мне кажется, возьмем парирование самое первое. Полностью блокирует атаку и оглушает противника. Игнорирует улучшение от атак. Устанавливает потерянное здоровье. Ого. Позволяет игнорировать и замедлять атаки. Замечательно. Но оглушение противника офигенная вещь. Поэтому следующий. Так, имя. Освободитель. Ну, можно и так вообще. Мы называемся Video Games. Погнали, друзья. Приключения. Итак, течет река, журчание воды. Или наоборот, течет вода, журчание ручья. Ну, наверное, смотрим. Какие-то парни. Какой-то чувак в юбке, которая в текстурах запуталась. Сейчас какое-нибудь жертвоприношение, наверное, будет. Не нравится мне этот дядька. Вот он меня тронул. Этот дядька докоснулся до меня. Я избранный. Во, что за элементаль. Это игра без слов? Где диалоги? Субтитры? Фильм «Маска», часть 3. Да, видимо, волшебная маска, ее наделили силой. Наверное, парированием. То, что мы выбрали. Я вижу свои руки. Мне дали шлем в виртуальной реальности. Серьезно? Итак, мы где-то оказались. Где-то в необычайном, прекрасном месте. Водопады. Блин, какая красота. Вы посмотрите, реально. Вот какой водопад. Только ради этого стоит тут, ради таких пейзажей мультяшных, играть в такие игры. Так. Что мы можем? Пока, наверное, ничего. Нужно куда-нибудь пройти, что-нибудь сделать. Равнины Адал. О-о-о, красиво. Ну, пойдем вправо, потому что влево мы не можем пройти. Опа, РБ. Выбрать цель. А, где у меня РБ? Стойте. Все, вот РБ. Есть. Так. Удерживать РБ... Сменить цель, ага. Так, коснуться. Открыть. Понятно, как бы отвалить. Ох, ничего себе. Так, что мы делаем дальше? Наверное, просто проходим. Вот у нас уже живые мишени. Атаки расходуют выносливость. Ну ладно, что. Цель зафиксировал. Давай, прям с лестницы его. Мах, мах, мах. Бах. Красавчик.
Так, это кто? В твоем наборе атак 4 стойки. Каждая начинается с разных атак. Прими каждую стойку по одному разу. РТ при захвате цели. Воу-воу-воу. Че, приветствие, мне казалось, это раком стоит. Ого. Грусть. Ну, погрусти. Так. Мне, наверное, что-то другое нужно взять. Запрос на кооперацию. Так, попросить прекратить бой. Победный прыжок. Воу, е-е-е. А если без захвата цели? Нельзя, да? Так. Ну, РТ. И взялся. Это у нас блок в разные стороны. Хорошо. Ну, что вы хотите-то? Господи, я уже все посмотрел. Ну, отпустить для подтверждения. Так. Все, я понял. Не та клавиша, ядрить тебя. Клотить. Так, выбираю стойку, да? Хорошо, что это нам дает? Альтернативные атаки меняют твою стойку, позволяя плавно включить в цепочку другие атаки. Ни хрена себе! Бам-бам-бам. Допустим, я понял. Наверное, мы идем дальше. Вау, куда-то спрыгнул. Некоторые атаки обладают особыми свойствами. То есть мы ее выбить должны. Есть. Так, ЛТ. Удерживать. Защитная стойка. Отлично. Так, я взял защиту. Отвали от меня, женщина. Так, я стою в защите. Все, финт. Защитная стойка позволяет отменить атаку при непосредственном нажатии перед атакой. Так. Но она расходует при этом энергию. Стоять. Так, стойку-то менять будем, коллега. Вот так вот, сменил. Нормально сразу по мордасу ей съездил. Меняем стойку опять. Ах ты, говнюк. Не так. Во! Проломил, так сказать, эту бабищу. Все, нормально, идем дальше. Продолжаем наше веселое приключение. Во время движения уклонение. Оп. Вы что, офигели? А что вас так много? Спокуха. Я на такое не подписывался. Давай, бабиш. Уходим, уходим, братан. Тут пахнет жестью. Уходим. Меняем стойку. Так, отлично. Они отходят. Все, нужно менять стойку, иначе они... Они мои удары не пропустят. Ой. Давай, давай. Держись, братан. Да как ты пропускаешь так? Пошла жара. Ха-ха-ха-ха, теперь только ты и я. На, я научился играть в эту игру. На, по кокошку. Да я тебя сейчас легкими ударами загашу, все. Да, друзья, все очень оказалось-таки просто. Но я уверен, что дальше игра нам преподнесет очередные сюрпризы и будет полная клоака.
Так, какая-то стена. Небудь какая-нибудь разгадка-загадка будет. Нет? Я встал на какую-то хрень. На пьедестал. Коронайте меня. Король ваш пришел. Взаимодействие. Найди и победи Силана. Хорошо. Или Силана, или Силана. Хрен его знает. Давай, давай, давай. Что ты можешь? Теперь отведай моих ударов. Нормально, блин, мне нравится эта игра. Хоть музыкального сопровождения нету, но реально здесь весело. Ах ты гад. Меняю стойку. Бам. Новый уровень. Так, медитация. Давай помедитируем. Экипировка. Ох, ничего себе, смотрите-ка. Бу-бу-бум, защита хуже, да, в этой штуке лучше. А могу ли я ее одеть? Обычная льняная туника летом дарит хозяину прохладу, зимой согревает. Так, а мы можем поменять вот на такую, видимо, да? Единственное, вес больше. Больше вес. Хм. Да, конечно, берем, как-то не берем. Тем более модифицированная. Так. Просто другой цвет. Ничего, тоже нормально, маска сойдет. Так, перчаток нету. И штанишки у нас, да, тоже, смотрите-ка, с апгрейдом. Прикольно, мне такие даже больше нравятся. Так, с униформой у нас все. Давайте в медитацию перейдем. Так, мы можем увеличивать силу, ловкость, живучесть, стойкость, воля, продвижение. Так, чтобы нам тогда вам... Чтобы нам увеличить урон атак, зависящих от силы. Ну, замечательно. Так, восполнение здоровья. Ну, давайте силу. Хочу быть сильным. Да. Так, все. Стоп, не понял, что за переключить оружие. Так. А, ну, у нас, по-моему, так и было. Ладно, разберемся, погнали дальше. Мы идем с вами в какую-то башню. Блин, как же здесь красиво, а? Парирование. Направление парирования должно совпадать с направлением входящей атаки. При захвате цели. Ну, давай попробуем. Отлично. Просто направляем по направлению удара нашего противника. Ну да, справа, слева. Все нормально. Все, чувак, мы разобрались. Прикольно, мне понравилось. Так, что у нас здесь? Да здесь пока ничего. Я так понимаю, опять вниз пришел? Опа, а вот и крутой хрен. Ах ты гад. На. Так, меняем стойку. Ух ты, не дал мне, да, атаку провести. Ничего сложного. Ништяк. Ха. Хорош, завалили мы его, да? Вообще четенько. Ладно, идем обратно. У нас должна открыться дверь. Опять новый уровень. Конечно, медитация. Так, из экипировки. Опа-на. Мантия радианского жреца. Офигительно. И к оружию добавляют урон. Вот это повезло. Так, медитация. Обязательно делаем прокачку. Так, ловкость. Ловкость мы сейчас с вами решим. Так, живучесть на здоровье. Стойкость на выносливость. И восполнение. Восполнение ОС, да, увеличивает количество напряжения, хранимого в осколке при успешном применении защитной способности. У нас что-то совсем с волей очень печально. Давайте немножечко... Так, сохранение восполнения напряжения в осколках требует значительно ментальных усилий. Берем волю, друзья. Нужно с волей совладать. Так, отлично. Мы с вами проходим дальше. Нам должен был открыться проход. Мы здесь возвращаемся по лестнице. Идем вон к тем воротам.
в башне. Блин, мне очень пока что все понравилось. Надеюсь, вам тоже. Приключение реально интересное. Итак, вот они ворота. Давай. Отлично. Так, открылись. Проходим. Нас здесь, видимо, уже враг встречает. Или нет? Поговорить. Я Талим, я постараюсь помочь тебе на твоем пути, но если ты развоплотишься, я не смогу тебя спасти. Не каждый, кто носит маску, твой враг, знаешь ли. Я не стану нападать на тебя. Когда ты в безопасности, ты можешь медитировать и тренировать свой набор атак. Окей. Так, медитация, ты можешь практиковать и изменять свой набор атак. Хорошо, мы его применим при следующем навыке. Оп-оп-оп-оп-оп. Вломили себе же, да? Ах ты, зараза-то. Хорош, я поймал. Поймал твою атаку. Вот так, ребята. Троих перцев мы уложили просто в счет на раз. Блин, это было здорово. Рывок переключить. А, можем бежать. Рывок из боевой стойки невозможен. Блин, красота-то какая. Ну, очень красиво. Графика, конечно, не блещет, но тут и смысл такой, что она как бы немножко мультяшная. Итак, мы куда-то подобрались. Он нас забрался. Видимо, мы уже близко к городу. Ого, нехилая такая. Прямо из Звездных войн сооружение. А маска-то что надо? Реально, с позолотой. Ух, не упасть бы здесь. Итак, продолжаем наше веселое путешествие. Мост управления. Меня очень порадовало, что мы ушатали реально троих чуваков вот прям сразу, без всяких проблем. Тут уровня сложности, видимо, нету, потому что выбора его точно не было. Так, мы куда-то подобрались. Не знаю, здесь добрые или плохие нас будут встречать. Пам-па-па-па-пам. Ну, видимо, пока ничего плохого. Так, активировать алтарь. Так, взаимодействие. Что же он нам даст? Так, экипировка, медитация. А, возле алтаря можно медитировать, да? Ну, давай медитацию зайдем. Переключить оружие. Не на что переключать. Да, у нас все как есть, так и осталось. Так, медитация нам не нужна. К чуваку-то надо подойти, наверное. Не зря же он здесь так стоит. Поговорить. Чтобы стать Абзулвером, тебе придется показать, чего ты стоишь, и одолеть Реснин в висячих садах башни Ло. Но сначала одержи победу над Курецом в Колизее, над Келнор и ее братом. И на шестерке меченых, что бродят по городу и лесу. Ну окей, то есть мне нужно вас всех победить. Только тогда откроются каменные врата имперской башни. Все ясно, браза? Че ж тут не ясно? Так, этот камень укажет тебя. Отлично, береги этих врагов. Одолеть их будет непросто. Да что ты говоришь, я уже троих победил. У меня нет равных. Ну, пойдемте в какую-нибудь из сторон. Допустим, мы пойдем налево. Налево пойдешь, коня потеряешь. Коня у нас нет, терять нам нечего. Так, отлично. Тут уже что-то, какие-то звуки, шорохи, трески. Ребята, какие дела? Где все? Центральная гавань. Опа, да вы, наверное, посильнее, да, теперь будете? Спокуха, я владею карате.
Давай, давай, давай. Ничего ты мне не сделаешь. Бам! Воу-воу-воу! Ты чё так разогнался? Так, поменяли стоечку. Хорош, я ему еще сильного удара хотел шатать в конце. Но это было не обязательно. Ух ты, какие корабли, все в разрухе. Ничего тут взаимодействовать ни с чем нельзя. Ладно. Оп. А, ты мне и нужен. Оп-оп-оп-оп. Ничего страшного, сейчас мы с тобой поиграем. Оп. Да ладно, не маш. Блин, столько энергии потратил. Воу-воу-воу, закрывай удар, брателла. Это же не просто так. Хорош, у нас жизни заканчиваются. Думай, что делаешь. Давай, 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 давай. Пошла моя атака. Моё, говорю, пошла. Закрывай. Отлично. У меня совсем все печально. Давай, давай, давай. Жизни не осталось, бро. Ну, блин, ребята, это было жестоко. Ты терпишь поражение, удерживать, переродиться немедленно. Капец, оживление. Ого. Так, это мы что, у алтаря, наверное, начинаем? Нет, здесь был сейв. Блин, вот это жестко. Вот это я не ожидал, конечно. Так, нужно чаще его удары парировать, тогда все нормально будет. Давай, давай, давай. Ты же не зря выбрал парирование. Да ты чё, такие силовые? Давай, давай, давай. Пошла жара. Все, отлично. Так, новый уровень. Давай что-нибудь повысим. Чё мне против того чувака нужно будет? Так, в экипировке ничего нету. Па-па-па-па-пам-пам-пам. Силу, силу, друзья. Буду силушку нашу увеличивать. Так, ну все, идем. Ух, попытка номер два. Надеюсь, у нас с вами все получится. Эй, хрен, выходи. Драться будем. Давай, давай. Зачем пропускаешь? На этот раз ты мой. Да ты что? Давай, давай, давай. Да ты стебешься, что ли? Не маш. Давай, 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 давай. Ну, да блин, причем делал блок вот в ту сторону, с которой он бил. Да, и это только начало. Вот тебе и выбирай сложность. Тут и выбирать не надо. Я знал, что неспроста это сейчас троих дали завалить спокойненько, а потом вот они те чудеса. Так, еще раз, друзья. Да ты силовую-то. Че за бред-то вообще? Ну все, пошло-поехало. Хоть одна здесь была. Ну, держись. Я к тебе с другой стороны иду. Не знаю, чем это поможет, суеверие. Давай, давай.
Да ты силовую-то не пропускай. Да как же так? В то направление, блин, делал блок. Ты чё, серьезно? Давай, гаси, мразь, ну. Давай, давай. Держи. Нет. Все, капец. Тут просто. Это что за Dark Souls? Да я уверен, его на раз можно легко пройти. Так, еще раз. Собрался. Вспомним, чему учили. Как правильно блок ставить, как правильно принимать стойку, когда... Да, вот эта вот система, когда начинают они мудрить, очень интересно. Давай, давай. Нужно в момент удара. То есть вот. Давай, потренируемся на тебе. Так, ладно, фиг с тобой. Все, погнали. Сейчас здоровье должно восстановиться. Здоровье будет восстанавливаться, нет? Вот зараза. Нет, придется с таким здоровьем бежать. Ты че, серьезно? Даже ни одной атаки. Ни силовой, ни обычной. Первому не даст. Держи, держи. Тихо, тихо, тихо. Ну тебя нахрен, короче. А-а-а-а. Здоровье-то не восстановится. Что же нам делать-то? Помедитировать? Давай медитация. Интересно, восстановит здоровье или нет? Так, выходим. Ни хрена не восстановилось. А вот у него теперь с жизнями что? Ага. Ага-ага, вот тебе и восполнение. Этому никто не учил. Так. Идет восстановление здоровья, друзья. Сейчас попробуем напасть на него. Не знаю, как у него с регенерацией здоровья. У нас вот немножечко восполнилось. И все. А у него полные. Отлично. Я с половиной жизни пришел. Да как ты смеешь? Тихо, 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 тихо. Ну все, сейчас завалишь. Я уверен. Давай. Не знаю, зачем убегаю. Просто он мне точно, если удар сейчас нанесет, то это будет труба. Давай, регенерацию. А что, если сейчас в бой вернуться? Сколько у него будет жизней? Ухо. Давай, бро. Я уверен, ты можешь. Давай. Это капец, просто на минималках. Ударная волна, ёпти. Да, налево регенерация здоровья, а направо у нас теперь ударная волна. Так, я хочу сохранение по-любому. Это было жестко. Открыть пирамиду, поднять. На локотнике охотника. А, смотрите-ка, все-таки во всяких там локациях у нас будут находки. Так, давайте посмотрим, что мы все-таки взяли. Вот. Отлично, дополнительная защита. Металлические пластины, защищающие локти. Так, отлично. Здесь у нас все. Так, идем с вами дальше. Нужно... Блин, я надеюсь, что игра сейчас где-нибудь сохранится. Потому что это полная жесть была, реально. Сколько к нему возвращался, ужас. Воу.
Постой, постой. Давай, давай. У тебя жизни-то чуть-чуть. Вот так вот. Нужно восстанавливаться. Сейчас меня любой смертный может побить. Ой, ну тебя нахрен. Уходим, короче. Давай, 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 вали. Вали, тебе говорю, вали. Вау. А ударную волну будешь использовать, нет? Вау. Вали, 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 вали. Блин. Хорош, я от всех сейчас убегать буду. Так, все нормально. Так, регенерацию нельзя использовать. Идет восстановление. Тут нужно выбирать, либо ударную волну можно будет использовать, либо ни хрена. Так, давай вниз в доке. Что у нас здесь? Воу! Хорош, 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 чувак. Так, один на один мы можем, да? Один на один мы можем. Давай, давай. Хорош, ну, отлично, новый уровень. Стоечку меняй, не забывай. Так, отлично. И добивание. Так, есть уровень, давай медитацию. Сейчас, ребята, нужно еще одну пещерку обязательно эту открыть. Броня элитного разведчика. Вы что, серьезно? Опа, так, это хуже. Опа, опа, режущее оружие, ударное похуже, да? Блин, оставим так, как есть. У меня же удар сейчас считается. Меча у меня пока никакого нету. Так, медитация. Характеристики. Живучесть, выносливость. Давай на выносливость сейчас акцент сделаем. Так, все. Отлично. Так, мы идем к тем ребятам. Ребят, hello. Надо вас добить. Давай, нужно по бырику. Давай, ты же можешь справиться. Бахай. Отлично. Так. Давай, давай, давай. Есть. Так, знак вождя. После них еще что-то остается. Что за знак вождя? Так, оно похуже, ну ее нафиг. Это нам не надо. Так, что, наверх пойдем? Блин, ребята, у вас двое, да? Хорош ты. Давай, 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 давай. С жизнями совсем все печально. Бам. Давай, отбил, молодец. Сильные удары нельзя пропускать. Вообще катастрофа будет. Так, что они наверху, интересно, охраняли? А чё тут ничего у них и нету? Совсем печально и грустно. Так, идем наверх. Наверху много чего интересного, походу, будет. А вот внизу я не могу пропустить, там что-то блестит. Ни в коем случае. Да как ты смеешь? Давай. Бам-бам-бам! Накрывай. Есть, красавчик. Так, я надеюсь, это оружие. Офигенно. Давайте медитация. А, нифига, да? Переключить оружие. Ладно. Ее можно так взять. Только так. Ничего страшного. Мы и так справимся. Кого здесь порезать надо? Так, я здесь заходил, да. Здесь мы заходили.
Ну что, нужно сюда наверх сначала двигать, а потом мы отсюда и переползем, хотя я не был здесь. Сколько тут всего интересного, а? Есть где побродить. Так, есть сохранить, друзья, чтобы не растягивать на пипец сколько времени этот летсплей. Я очень хочу увидеть ваши комментарии, мнения на эту игру. Как вам? Понравилось? Будем играть дальше? Мне вот лично, ну, очень интересно, но сложно, реально. Ну, конечно, не Dark Souls. Я хоть и не поклонник той серии, потому что я не играл, с удовольствием, наверное, начал. Но здесь, наверное, примерно то же самое. Да и будет дальше, я уверен, сложнее. Поэтому обязательно ставь лайк под видео, подписываемся на канал, жду ваши комментарии. С вами был Витек. Всем пока!